чего Вьетнам собрались. Только что приехали с Красноярска в Москву и добираемся в аэропорт, с аэропорта в сам город. Следующего перелета в Дубае у нас примерно полдня. В общем, следующий перелет у нас сейчас ночью, а сейчас где-то обед. Ну, часов, наверное, час на времени. Сейчас 30. А так вообще у нас планы Красноярск-Москва. Это уже исполненный момент. Москва-Дубай, Дубай-Хошимин. Ну и в Хошимине осядем. Это там, да, что дальше еще? Вот тут экраны, пультик, подушки, наушники, эти самые, как их, одеяло, подушки. Вот если ты еще заснимешь эту девушку, которую какую-нибудь, вообще будет классно. Сколько камеров? Мы сейчас находимся в аэропорту Дубая. Тут вообще классно, куча всяких магазинов, продаются камеры всякие, вот там машинки радиоуправляемые. Вот я предлагаю Косте купить машинку за 70 баксов, а мне фотоаппарат за 7 тысяч. Ну да, разница. Никакой разницы. У тебя зато по объему она больше в 3 раза. Вон, тут смотри, как классненько. Вот, травка растет. И мятного хочу. Вот этот мишка пахнет ментолом.
Этот мишка пахнет каким-то виноградом, что ли. Вот этот клубничный мишка. А там еще мишка шоколадный есть. А вот это просто мишка-летчик. Надо вот таких мишек купить. Вот такого в коллекцию у меня там открылось. Местный москвич стоит. Это конфета или шоколад. Вот это, кстати, можно как купить, а потом как копилочку использовать, да? Она прозрачная такая. Правда, мягкая внутри. Мягкая. Крышка, вот эта конструкция сама не очень. Паука подавить, а он их боится. Костя, скажи, что берешь? Вкусно? Получили паспорт, визу. Кости хотели деньги содрать за визу. Да, Кости? Ну расскажи, как это было. Мани! 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 Russian free. Вот. Сейчас мы выходим из аэропорта и будем искать, где нам уже что сделать. Сколько ты часов летел, Кость? Ты же считала. Ну, часов 18 в дороге были. Не считая пересадок. Наши чемоданы. Пока. Так, у нас сейчас будет этот контроль опять, да? Прошли сканер. Все?
прилетели в страну. Долгом повезем. Скажи, что дали? 400 тысяч отвалили. Офигеть. Миллионер. Это за $20 Прозрачные деньги.